проходят года, но на лицах седых стариков остается беда той войны всех времен и веков. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом, и сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Любовь и уважение к своим героям выражено в словах. Никто не забыт, ничто не забыто. Вот поэтому в нашей стране нет ни одного населенного пункта, ни одного места былых сражений, где бы ни был установлен памятник героям. История гибели юных бойцов не может оставить нас равнодушными. Ценой собственной жизни они подарили нам мирное небо над головой. Уважаемые ветераны, дорогие гости нашего поселения, мы рады вас приветствовать в нашей земле, около памятника летчиков, которые мы сегодня собрались с вами здесь почтить не только, конечно, этих летчиков, но и всех участников и также погибших солдатов Великую Отечественную войну. Этот день не забывается. Этот день действительно праздник. Его ждут. Это долгожданный день. И в настоящее время вы знаете, какая обстановка сейчас в мире вокруг нашей необъятной Родины. Но пока живы люди, которые прошли войну, пока жива память, пока есть связь поколений, переписать, перевернуть историю ни у кого не удастся. Потому что Россия – это великая страна. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Погибшим быть бессменно на посту, им жить в названиях улиц и в былинах. Их подвигов святую красоту отобразят художники в картинах. Живым героям чтить, не забывать, их имена хранить в бессмертных списках, об их отваге всем напоминать и класть цветы к подножьям обелисков. Люди той эпохи сделали так, что завоевали нам мир. Благодаря этому мы с вами живы. У нас появилось потомство. Мы воспитали его, воспитываем. Появились внуки. Появляется новое поколение. Скоро нам по времени уходить. Вместо нас должны появиться новые люди. Но обязательно надо, чтобы молодежь помнила вот эту историю. Если будет забыто, исторический процесс говорит о том, что произойдет повторение. И снова польются реки крови, моря крови. Чтобы этого не произошло, молодежь, помните и всем рассказывайте, как оно было на самом деле. 27 миллионов жителей народа нашего Советского Союза погибло в эту жестокую и страшную войну. Мы за этой могилой, это организация ЦЕМ, Центр Энергомонтаж, следим более 30 лет. Нашли ее в 84 году, в 85 построили. Изготовили этот памятник и установили. О них, о ребятах, много сказано и еще будет сказано. Хочу, чтобы яркое солнце
я героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны.